Как тебя зовут? Александр. Сколько тебе лет? 28. Ну что, ты готов на эксперимент? Мы же решили. Мы решили. Эксперимент заключается в следующем. Александру на протяжении четырех недель мы будем наносить на одну половинку лица, вот именно на эту, на левую, там, где у него есть вот такой вот шрамик, не очень приятный. Есть пигментация на лице, есть расширенные поры, есть забитые поры. Ну, Саш, как говорю, как есть. Есть определенные воспалительные такие процессы, связанные с... как это называется ваша часть? Бритье. Бритье, щетина. И наша задача сравнить, как в целом лицо поменяется, как уйдут... Улыбнись, пожалуйста. Как уйдут вот эти вот провалы... Да, потому что я уверена, что сыворотка полностью заполнит вот эти вот синюшные места, ямочки, так как это сделала на моем лице, но, к сожалению, я не успела сделать такой эксперимент с собою, поэтому будем тренироваться на супруге. Вот эту часть лица мы не будем совершенно трогать, поэтому вы увидите, что она совершенно будет неизменной, а вот с этим мы поработаем. Будем пользоваться всего лишь двумя продуктами. Двумя. Это будет умывашка и сыворотка. Средство комплексное для омывания омолаживающее и сыворотка омолаживающая на клеточном уровне, естественно, нашей линейки Luminous. И все, ребят, отсчет пошел. Сегодня какое? Четвертое? Четвертое. 4 августа 2014 года. Короче, я пожелаю нам удачи, я уверю, что мы будем, да, Саша, в целости, в полном, в правильности будем наносить. Каждое утро и каждый вечер будем наносить сыворотку, умывать лицо хорошенько, правильными массажными линиями буду наносить супругу сыворотку на лицо. Короче, у Саши 4 недели кайфа. Ну а вы увидите результаты. Все, всем пока-пока. С вами была Ольга и Александр Жданович. Привет. Привет. Ну что, кончились твои испытания и мучения? Неужто? Неужто дождались? Да, мы заканчиваем эксперимент. Прошло больше, чем один месяц. Почему? Потому что были времена, когда она заканчивалась сывороткой, и, конечно же, более честнее использовать ровно столько дней, сколько было заявлено. А это 30 дней с использованием сыворотки, пусть немножко даже не совпадает с календарем. Ну, давайте смотреть результаты. Итак, Саш, ну-ка, улыбнись. Короче, я не знаю, как вы, но мне становится страшно. У моего мужа перекошенное лицо, и это реально видно. Обратите внимание, как у него за 30 дней поднялся это веко. И просто даже линейку прикладывать не надо, и все очень сильно заметно. Левый глаз у Саши значительно подтянулся. Ушли синюшности под глазами, и несмотря на то, что сыворотка себя повела очень хитро, когда мы наносили на одну часть лица, она все равно влияла на все лицо, потому что все-таки это кровообращение. Мы немножечко разочаровались. Но факты говорят за себя. Саша, ну-ка улыбнись. Обратите внимание, как у него вот здесь вот сгладилась полностью носкогубная складка. Насколько она здесь осталась явной, да, а здесь ее фактически нету. Вот тут вот идет чисто естественная улыбочка, какие у него губки тут красивые подтянуты, Саш, ну прям как с картинки. Осталось выровнять вторую часть. Улыбнись еще раз. Вы видите, насколько реальный эффект, Саша, у меня аж мурашки по телу. Посмотрите, посмотрим на лоб, и тоже видно, что с правой стороны, так, тут какой-то тень падает какая-то, от волос. Видно реально, как тоже морщины с левой стороны, да, у Саши гораздо меньше. Вот тут вот мы видим, кожа гораздо глаже, потому что здесь на фотографии вам покажем, здесь такие вот, знаете, существуют как бы шероховатости. Это говорит о том, что кожа недостаточно хорошо очищена по сравнению здесь. И мы сразу стали замечать, что кожа стала более глаже. Вы через пару дней это замечал при умывании. Еще раз улыбнись. Посмотрите, как у него здесь вообще ничего нету сглажено, а здесь такая сразу складка старческая. Саша всего лишь сколько лет? 28, по-моему. 28. Представьте, если вам чуть больше, насколько явные результаты будут у вас заметны. Ну что, я думаю, что результат дал действительно очень хороший у нас, поэтому мы положим еще дополнительно, чтобы можно было полностью сформировать мнение, как работает продукт, фотографии до и после. А также еще сюрприз добавим.
Ага, какой-то Саша. Еще фотографии. Сюрприз вам добавит. И суть в том, что вы учтите, что вот на эту половину тоже немножко приходилось эффекта от нашей продукции Luminous, потому что кожа функционировала. И я думаю, что еще буквально 2 недели применение на все лицо, и Саша будет идеально. Ну что, Саша, тебе большое спасибо за твои жертвы. Ты выдержал это испытание, невооруженным глазом видно, что действительно продукция Luminous работает, меня это сильно вдохновляет, взбадривает и, как говорится, в добрый путь. 3 месяца применения продукции, вы закрепите результат, ваша кожа будет сияющая, красивая, и вы действительно будете молодеть на своих собственных глазах. Все, всем всего доброго, пока-пока, увидимся.